тревожные новости приходят из Египта. 10 человек погибли и 37 получили ранения в результате взрыва на топливном складе в провинции Сахак. Тем временем в столице, в Каире, вновь вспыхнули массовые беспорядки. На улице вышли студенты. Они поджигают автомобили и буквально крушат все на своем пути. Полиция попыталась остановить манифестантов, применив слезоточивый газ и шумовые гранаты, однако в ответ полетели камни. Известно об одном погибшем, несколько человек получили травмы. Беспорядки проходят на фоне подготовки президентских выборов. Накануне стало известно, что они назначены на 26-27 мая.